Оказывается, здесь даже дома строятся. Как быстро летит время. Было, а не было. Сейчас уже смотрите, сколько построили. Рахис. Посмотрите. Если нет. А, нет, нужно. $2 в этом чайном купле. Три кило картошки стоит 85 килограмм. А 30-50 лук, 50 копеек картошечка, 85 копеек огурцы, 50 кабачки, дыня 70 копеек. Астапилура, герс, айс диди. Черешня почем? Три лара, ага. Лобби у Рахерс, лобби. На хлеба тара. Это не луча? Снимали? Дайте тогда батриджаны. Лобби у два лара. Лобби у лара. Ori kilo sam lari ari kilo. Dar sam. Ha? Tabis pasi dan da nakleba. Ne gavi gelir. Tabis pasi. Почем эта смородина? 5000. А это малина? 2 килограмм. Ну так на базаре, что я увидел. Динамо спорт. Наверное, здание что-то было. Связанная с этим. А это вишня почем вот это? Алсадара. Эстрахерс. Патрон. А? А, патрон. Сами. И почем эта вишня ваша? Три. А это четыре. Тхлапи, да? Это же тхлапи, да? Да. И почем оно? Талеру одна Едем в Карфуре. Здесь у нас, как вы видели, раньше я снимала торговый центр East Point. Здесь направо такая стояночка для машин. Но сейчас пока рано, так что машин не очень много. Прямо видите, там много магазинов. Метро, Динамо. Не Динамо, а Домин. Электроникс, Беко.
станция Карфури. Пришла я с базара, кое-что купила. Вот хочу вам показать. Помидоры стоили лар килограмм. Огурцы лар 20. Баклажаны 2 лара. Лобио также 2 лара. Морковь лари. Черешня 3 лара. Вишня тоже 3 лара за килограмм. Картофель лар. Такой крупный довольно-таки. Поменьше можно было купить подешевле. Лук лар 30. Зелень, значит, 20 копеек за пучок. Здесь у меня, как всегда, петрушка, укроп, кинза и реган. И зеленый лук. Три штучки, три пучка за лари. После базара еще заехали в Карфури. Хотела купить подсолнечное масло, как раз знала, что там будет акция. Значит, за две бутылки я заплатила 6,95. Вот такой МакКофе. Знаю, что это вредно, но что поделать, любят мои. Здесь 10 пачек внутри, 2,95. Это тоже было по акции. Ну и такие вот хорошие абрикосики. На базаре они даже дороже стоили. А здесь тоже была акция за килограмм 2 лари. И упаковка боржоми. Получилась, значит, одна бутылка лар 0,5. А 6 штук 6,30. Такие у меня сегодня покупки.